Отдел образования города Рассказово совместно с информационно-методическим центром разработали план детско-юношеского фестиваля «Мой край в стихах и песнях», который посвящен юбилейной дате города Рассказово. Исследовательские и творческие работы школьников в течение 2 месяцев будет отслеживать профессиональное жюри. Самая талантливая молодежь выступит на гала-концерте, посвященному 90-летию города. Слово «Рассказово» в прозаическом жанре, поэтические выступления детей со стихотворными строками местных поэтов, заметки о знаменитых людях Рассказово, музыкальное и хореографическое творчество. В этих номинациях школьники всех образовательных учреждений стараются показать свою любовь к малой родине. В первом корпусе 3-й школы прошел очередной этап отбора творческих номеров. Жюри оценивает оригинальность и патриотичный подход к выступлению, мастерство и сложность репертуара. Во-первых, предусматривается награждение победителем вот по номинациям, как я уже сказала, там чтение литературное, стихотворение, хореография, вокал, лучший сценарий, лучший ведущий и, может быть, какие-то еще номинации, которые учредит жюри в ходе фестиваля. И также мы отбираем лучшие номера с каждого концерта для гала-концерта, который вот как бы его выходом заключительным будет завершением гала-концерт, вот состоящий из лучших номеров. Каждое выступление было связано с городом Рассказово, его прошлым и настоящим. О своем городе спели и маленькие участники фестиваля в юмористической форме русских частушек. Следующий этап детского фестиваля пройдет 25 апреля в 3-м корпусе 3-й школы.